Ну, мы на грязи, инкам То же низкий. самое. Что еще ты хочешь услышать? Ну, я просто не видел вообще, что там началось. Как там, что там. Куплю, продам, обменяю. Чуть ни одной метки нету. Все живые? Спасибо. Что за вот отсюда? Налево, на по перекрестку. Налево два атакам. А, РСО. О, это будет прекрасный бой. Разведка не удалась, стоит признать. Какие смешные машинки, в первый раз в жизни их вижу. Что ты такое? Зенитки. Шведское 35-копеечное говно. Это не зенитки, это противоназемные птуры. Чё-то он совсем... Его же пехота разбила. А у меня есть эти... Я отступаю от такой хуйни. Не твой уровень. Он победил. И что за автопушки там? А, у БТР-50 таких. Все, моя ЦВшка держит Анну. Все путем. Можете сюда войска даже не тащить. Победа за нами. Так наступает. Просрали, да? Чего мы там просрали? Ничего мы не просрали. Чудо битвы инвалидов сейчас. Слева.
мини-аркета, а их не аркет. И вот вся разница. Я же только подошел, сейчас будем аркетить. Я справа от немцев. Это на самом деле твой вертолет все решил. Ну, как кобра решает все, да? Самое смешное, я справа затормозил максимально, при этом направо тоже наши только вот сейчас занимают тот лес, где могли стоять с самого начала. Слева вертушки. Что это за говно в воздухе? И начинает ливать, блядь. Что-то пошло не так. Ну, я не знаю, сколько рекорд. 5 минут? Сколько времени надо рандому, чтобы выйти? Да-да-да, чтобы успеть найти кнопочку. А может, это спидранеры? Возможно. Вот там нормально там нанят. Вон они, спидранеры. О, я атаканца нашел. Нас рандому мосты зартили. Не насмерть, правда, пока, но все же. Нифига там миномет. Я сейчас парень летит на себя, кобра думает, вот это я попал, блядь. База, ЦВшка. Выгрузите еще одну ЦВшку, пожалуйста, у нас как всегда. Чего? Как? О, блядь, я тебя сейчас пулемет буду пилить. Ты чё, дядя, блядь? Уберите эти вертухи. Есть кому зартить? Амса. Ебать, он вышку просто сбрил. Он через атаку шло, что ли? Да нет. А, по-моему, да. Ну все, хана ЦВХе. Прощай, брат. Как-то это я не понял, а как он так? Здесь надо бомбануть. О, отлично. Мне нравится вот как эти F-15-ые. Есть самолеты мишени, но вот это вот что-то типа того, только с парнями внутри. Ну что-то там умерло, кажется. Еще один. Угу. 4 малюхи. Да, хана моему противорадару. Так, нет, отворачиваю, я не туда бомбану. Я буду не успевать перезаряжать. Ставить ЦВшку на точку. Фу, не наш вариант. У них тактика вертолетов, что ли? Угу. Может, авиаторы остались. Потому что очень много чё-то вертушек для одного игрока. Ебать, он по своим долбит. Тим кирит, по-моему, чё. Может, задать вопрос? Ни одного сектора не захвачен нашими противниками. Да какая это херня, я считаю, Брестортон, ну, это вообще не нравится, это чушь какая-то.
Рагнарок не умеет охотиться на кучу кобр. Смотрит, все упали уже. Но опять же, самолет у них была тугая струя. Ну, они все упали. Они не упали, у них базы нету. Там, видимо, самый любопытный убил всех своих, а свою ЦВшку спрятал в лесу. Нет, последняя ЦВшка была убита контрбатарейкой. А-а-а. Почему сейчас туда сейчас ничего не ставится? Большой вопрос. Нихуя минометы зачмырили вертолет. Где у них кошелька-то, блядь? Они ебанутые. Хороший вопрос. Ну, это ж рандом. Что взять с рандома? Пути рандома неисповедимы. Самое смешное, если у них реально последняя кошелька, и у нее тупо кончился бензин. Кстати, где-то там. Да. Вполне возможно. Или она поехала налево захватывать нашу базу. И грузовичков снабжения просто нету этого, как его, на карте, ну, чтобы заправить это. Обожаю советский вот этот вот противорадар. Он может наоборот, вот этот рэп в его случае это притягивать к себе ракеты. Я не знаю, что это. Его рэп в данном случае это Моргенштерн. Да. Иначе я не могу ничего сказать. Ура. Турбо боил нас. Самоубился. Статистику Гудвина накручиваем.